Всем привет, дорогие зрители, с вами Ниагара. Надеюсь, не успели соскучиться. Пойдемте спасать Тенов. Это недалеко, насколько я поняла. Снова вместе, Эйвор. Ты да я. Пламя в сердцах и оружие в руках. Басим спрашивал о Фулке. Кто она? Союзник, Эйвор. Очень важный союзник. Божья женщина торгует пророчествами и тайными знаниями. Она не из тех союзников, которых мы ищем, Сигурд. Нет, она ценнее. Ты не представляешь, какие открытия нас ждут. Ты говоришь загадками, брат. Потому что я полон жизни. Мое сердце горит пламенем битвы. Как раньше, а? Да, Сигурд, как раньше. Помнишь охоту у Северного пути? Нашей первой крупной добычей стал олень. Мы справились с ним вместе. Стрелы, словно ледяные жала. И заточенные кости для свежевания. Я ты понял. Справа, я слева, и мы бросились на него. Повалили, как огромное дерево, и началась борьба. Он чуть не отгрыз мне пальцы. Не знал, что олень может так кусаться. Я проткнул ему шею, хлынула горячая кровь, и жизнь оставила его. Ваши рассказы впечатляют. Это лишь одна из тысячи. Славный рассвет нашей жизни. Ты так и не рассказал, кто такая эта Фулка. Когда придет время, расскажу. Она важна для большего замысла. Большего, чем покорение Англии? Нам нужно... Эй, вы! Утонули? А, они плывут. Это вот так далеко, это они? Они что, в обход пошли? А, они развернулись. Но вы дебилы. Надо было тут переплыть. Ладно. А я думаю, они телепортнутся к нам. Так, по хпшку у меня все хорошо. Такие у них и рассказы, да? Мы охотились на оленя, жизнь оставила его. Жесть. Я надеюсь, вы не бросите меня там одного. Подумала его. В одиночку спасать Тена. Опа. Прости. Кожа. Мне нужна кожа. Так, ну чё, вот здесь где-то. Область поиска. Лети, Сюнин. Найдите, спасите. Так, в руинах. Давай, ладно, я вот так вот буду ходить. Лёха. Максимум провизии. Эти-то где гаврики? Это считается за руины? Ну, вроде как сюда надо было, да? Да. Зона поиска. Ну, а это не похоже на руины, это просто лес какой-то. Так, костерок. Вот это? Ага, ой. Там что-то народу много. Их судят там. А как мне их спасти? Ага. Так, ну трое. Они собираются казнить пленников. Эти подданные леди Идвин нарушили данную Широ клятву. Это ложь! Молчать! Они признаны... Здесь мне точно не рады. ...на святую леди Идвин. Чтобы... ...подготовки к мятежу и других бесчестных поступках. Это чушь! У вас есть возможность сознаться в измене. Сознайтесь. Ты за это заплатишь. Откажетесь и убейте. Казнить пленников немедленно. А, блин. Все понятно. В смысле казнить немедленно? Быстрее отпускай. За мной. Сюда. Язычники. Тревога. Я обязан тебе жить.
Мы должны не надо! Они что, убили его? Обходим! Тебе так. Конец! Тихо. Ты заплатишь! Да пошёл нафиг! Тихо, там нашего поднять. Валяется. Не теряем бдительность. Да блин. Нельзя поднять, да? Ладно. Так, оба лежат. А эти где? Вы меня кинули. Сигурд, блин, мы пойдем вместе. Бла-бла-бла. Уа! Меня хорошо досталось. Так, ладно. Вставай. Хочу валяться. Мне нужна помощь. А положили, что ли? Раны, вперед! Вставай ты! Слышь! Этот парень со мной, ты чё опять его положил? Иди сюда. А, вот так. Ох ты какой! Ты так, да? Иди сюда. О, спасибо, вы добрались? Не убей. Ты в курсе, что ты сейчас мимо прыгнул? Давай, ты! Да блин, со своими рунами задрали. Оп! А вот так? Не сдаемся! Так, подожди-ка. Еще один. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Где ты? Вау! Давай подниму. Так, еще один. А, всех троих. Ну да, естественно. Месяц кто-то там еще. Вы что ли? Умри! Да чтоб вас! Во имя Христа! Они какие-то с одного раза колбутся. Что вы такие? Войны, блин. Давай. Ну чё? Кто-то и еще? Это все? Да ты-то чё падаешь, придурок? Ой, господи. Мы не должны же по своим попадать. Пошли, парни. Что? Вот еще один. Что там, в колокол, что ли, бьют? Открой эту проклятую клетку. Да, пожалуйста. Я от Гедрика. Давай выбираться отсюда. Ушли. О, блин, плохо дело. Плохо! Выбрал? Ну, пойдем. Варим! Что такое? Привести в чувство. За осенью леди! Сколько вас еще? Все идете? Сколько? Так. Они вступили в бой, что ли? За Гедрика! Может, ну их нафиг. Ну, получается, мы же отведите Тэ на безопасное место, они встряли там, да? Так, сколько вас бегут? Мы можем поговорить вон там. Все нормально. Мы годами сражались за этого парня, а теперь его вдова взялась за нас. Угу. То есть мы начали отступать, они плюнули на сражение, поджали за мной. Ну, все, молодцы. Ну что, можно тут поговорить-то? Куда вы попёрли? Идиоты! Пацаны, вы норм? Странные какие-то.
Спасибо вам. Я жив и смогу поквитаться с леди Идвин. Я Тен Хольд. Гедрик жив? Да, он в Бакингеме. Славный Тен, мы на твоей стороне. Мерсия должна принадлежать тем, кто любит эти земли, будь то Саксы или Даны. Богом клянусь, я лучше выдам свою дочь за Дана, чем продам свинью кому-нибудь из Уэссекса. Раз Гедрик вас поддерживает, я тоже. Мы ищем Фулке, божью женщину. Ты знаешь, где она? Может, ненадолго забудем о Фулке? Наша цель — Идвин. Знания Фулки могут все изменить. Без них я не исполню свое предназначение. Безумные Фулки? Так, он сказал, что Фулки безумны. В чем твой замысел? Давайте спросим. Если тебе нужна моя поддержка, объяснись. Почему безумная важна для твоего замысла? Когда найдем ее, я все тебе расскажу. До тех пор не спрашивай. Поймите, Фулке — еретичка, распространительница опасных знаний и враг церкви. Заявила, что говорила с Богом. Ее схватили по приказу леди Идвин, и я не знаю, где ее держат. Полагаю, в монастыре. Нужно все разузнать. Сигурд, не надо ли рассказать Гедрику, что здесь случилось? Можешь сделать это сам, но нужно спешить. Возможно, Фулки в опасности. Из-за нее ты рискуешь потерять все, чего мы добились. Поверь, Эйвор, Фулки очень важна. Скоро ты все поймешь. Надеюсь. Мы разбили лагерь на востоке Линфорда. Старая пристань на Грейтус. Встретимся там. Мы, Тены, соберем фирт и остановим Идвин вместе с вами, любой ценой. Сообщи Гедрику. Скажи, что мы явимся по его зову. Нужны все, кто может сражаться. Угу. Так, хорошо, но мне, прежде чем мы кого-то пойдем спасать, надо хилок пособирать бы. Было бы очень даже неплохо. Мне не нравится, что у Сигурда все какие-то секретики. Это ты узнаешь. Тебе об этом рано знать. Бла-бла-бла, вот это вот все. А вы куда? Парни. Пока они почему не говорят, они берут его как бы в сражение, да, получается, но не сообщают ничего. Что, зачем? Типа пойдешь с нами, ну там сражайся, вдруг умрешь даже, может быть и такое. Но мы тебе ничего не скажем. Это важно, просто думай, что это важно. Слушай, чем? Вы на коняшках решили поскакать? Я бы сходила пешочком, потому что мне надо... Девочка, суровые мужики ходят только пешком. Вот вам кони, второй раз уже подскакали. Ну ладно. Да нет, видишь, оседлать не буду я. Говорят пешком, значит пешком. Ладненько, давайте, вряд ли здесь будут какие-то разговоры. Я, наверное, опять-таки на паузе и добегу. Может быть, найду хилки, а может быть и нет. Я почти добежала. Ну, в общем, я тут по пути, видите, насобирала. А, не видите. Так. И встряла в небольшую разборку. Так получилось. А там стояли пацаны, что-то они такие прячутся. У меня было с ними поговорить доступно. Я такая, привет, мальчики. Че, прячемся? Они говорят, тут. Куда ты должны пойти? Мы хотим, значит, на них напасть. У нее такой не вопрос, нападайте. Пошла дальше. А так получилось, что я как будто уже раз взяла. Потом как, давай там они меситься. Ну я такая, ладно, пойду помогу, раз уж такое дело. Кабана убила, и оленя так как раз таки мне дало хил еще. Вот. И мы, значит, замесили этих солдат. И они такие мне, спасибо. Я такая, да, и все. Но я с тех парней, которых мы убили, собрала много добычи, так что ладно. Людей еды не осталось. Ядрик постарался. Угу. Так что все хорошо. Мое путешествие прошло нормально. Так, ничего сюда. Бакингем. У меня даже больше уже не дают
хилиться. Нет, ну потому что сейчас, конечно, пойдем там спасать все дела. Надо, чтобы у меня была полная хпшка. И запас еще с собой. Припасов у нее было в достатке. Масло, стрелы для спрингалдов, фураж. Берем все ценное, остальное сжечь. Гедрик. Эйвор, Тены выжили? Все до единого. И собирают в фирт тех, кто может воевать. Тены тебя поддержат. В бою с Идвин нам пригодится любая помощь. А вы с братом, поддержите ли вы меня? Спроси у брата. Ценю твою прямоту, Гедрик. Я с тобой, как и мой брат. Идвин уютно устроилась в своем замке. Она собирает там людей и припасы, будь она проклята. А где твой брат и его странный друг? Продолжают искать ту женщину, Фулке. Брат уверен, что она поможет нам покончить с Идвин. Но я не понимаю, как. Делай, что должно, Эйвор. Когда придет время битвы, мои люди будут готовы. Я двинусь к замку Кинебелли, поведу фирт на приступ. Идвин защищают крепкие стены. Может, я могу как-то ослабить ее хватку в шире? Или заставить беспокоиться? А, дельная мысль. Можешь избавить нас от ее подпевал, если встретишь. И так защитить фирт от раздоров. Мы отбили часть припасов. Если найдешь еще, просто уничтожь их. Это легко. Как будете готовы, приходи в лагерь у замка Кинебелли. Ладненько. А где мне искать эти припасы? Просто если встречу? Несколько заданий. Несколько заданий. Так. Нет, очки пока покупим. Давай-ка мы посмотрим. Путь в аббатство. Так, и мало-помалу. Ослабьте хватку. Давай-ка вот это будем отслеживать. Так ведь? На карте сейчас посмотрим. Есть где-то? Типа, сама ищи, да? Ну да. Блин. Слушай, ну... А как искать-то? Точка навыка. Может, сейчас мне отметят? Ой, что-то наверху блестит. Они как-то обозначены? Нет, конечно. А вот это что такое? Это шкура. Животные, да? Так. Куда идти-то? Этими. Они чисто наткнулись и уничтожили. Ну ладно, давай. Так. Ну нету, да? О, боже мой. Я не знаю, стоит ли лезть на самом верх, там что-то блестело. Слазь посмотреть. Да я нажала уже отслеживать. Чего ко мне пристали? Нажмите, нажмите. Что там было? Кто-то вот тут. Нет, нифига, кто-то меня обманул. Ничего же нету, да? Вот. Это внутри, да. Угу. Так, аккуратненько, как ты умеешь. Да ё-моё, не поймешь, где это у вас блестит. А тут что-нибудь есть? Там топка. Да где? А. Это почитать, да? Письмо от капитана. Леди Идвин. Мы взяли в плен повстанцев Тенов. Поймали их по пути в Оксенфорд. Приступим к их суду и казни, как ты приказал. Бла-бла. Ничего, никуда не приступите, мальчики. Успокойтесь. Чуть-чуть.
Я что-то не понимаю, не догоняю. Где-то тут блестело. Они меня вообще в конец запутали. Ой, ладно, в пень. Так, ищи, говорит, припасы. Оп. Блин, ты чё, глухой? А зачем? Ты! Пойдем со мной к бочкам. О, вон туда, а? А каким бочкам? А зачем нам бочкам? А, вон там чувак какой-то стоит. Эль есть всегда. Как пить дать? Пойдем сюда. Думаешь, умеешь пить? Докажи! Ой, нет, давайте без доказательств. А, он уже ушел. Да пошел ты. Я не какая-то. Так, мне нужно точно уходить отсюда, ведь им какую-нибудь дорогу. Это точно, стопудово. Еще один. Вы что тут? Мне ими нужно кого-то отвлечь. Кого? Знать бы. Тут что-то вообще бухущий поселок. Все в дробога. Так, вот дорога. Есть вот дорога. Ну, я даже не знаю, что тебе сказать. Что, лошадку позовем? Че стоим? Я научилась, блин, лошадь вызывать. Пойдем. Следует по дороге. Какой дороге? Она ничего нигде не отмечена. Просто типа найдешь повозку, мачи. Легко сказать. Так, это путь обратно, наверное, да? Привет, мальчики. Им все равно. Может, ну его нафиг. Ослаблять. Это как побочное задание. Ну, мне сколько-нибудь там очков опыта дадут. А вот так вот бесцельно ездить и искать эти обозы. Такое себе занятие, правда же, как мне интересно. Давай-ка посмотрим. Оно не отмечено на карте нигде. Ну-ка. А вот это? И чё, где он ждет? В Линфорде. Ага. А Линфорд где? Хорошо бы знать, да? Так, ля-ля-ля-ля-ля, Уэссекс. Грета-да-да. Бекингем. Линфорд. А, я правильно еду? Да, я прям туда и еду. Мы сейчас здесь поставим метку, вот так, чтобы я не сбилась. Угу. Ну и погнали. Сюда, да? Меня даже сохранили. Не, ну реально, если по пути встретится обоз, ну его разрушим. Не встретится, и нафиг надо мотаться, искать их. Так. Я, конечно, понимаю, что мы не совсем по дороге едем. Но я бы увидела этот обоз, на дороге нет никого. Стой, я не веду, да? А у меня полно, что у меня? Давайте. Солнце светит прямо в глаз. Ну давай. Мы почти доехали. В общем, провезите, типа, отстаю. Область поиска. Что это такое, флаги? Вот тут. Не стоит привлекать внимание. Понято, принято. У старой пристани. Вот и лагерь.
Сигур там загасился. Прямо у них под носом. Интересное решение. Типа никто не знает, что мы тут, да? Как нам расположить ее к себе? Объясним, зачем пришли? Или будем говорить намеком? Как я понял, Фулки легко делится своими тайными знаниями. Блин, не договорились. А вот и Эйвор. А, ты как раз вовремя. Божья женщина Фулки здесь. Ее держат в монастыре святого Альбана, прямо за поворотом. Время пришло, Эйвор. Совсем скоро все изменится. Я бы порадовался за тебя, если бы знал, кто она и зачем нам нужна. Я достаточно рассказал. Сейчас пора действовать. Ты не сказал ничего. И ждешь слепого доверия. Я хочу говорить с ней. Я твой ярл. Этого вполне достаточно. Зачем? Хочешь, чтобы она превратила Идвин в угля? Фулки не единственная наша цель, Эйвор. В монастыре целая гора сокровищ. Все не пересчитать. Воруй серебро и золото сколько хочешь. Но если в округе будет некого нанять, богатство не принесет пользы. Люди со всей Мерсии придут дать отпор женщине, продавшейся Уэссексу. Эйвор, было время, когда ты шел за мной, не задумываясь. Ведь мы доверяли друг другу. И ты знал, что я никогда тебя не подведу. Не стану без нужды рисковать нашими жизнями. Почему ты больше не видишь во мне того, кого видел раньше? Своего брата, свою семью. Сигурд, ты знаешь, что я никогда не предам твое доверие. Я пойду за тобой. Но эта охота не может длиться вечно. Гедрик рассчитывает на нас. Разумеется. И мы не подведем. Пошли. Монастырь нас не разочарует. Все знают о его богатствах. Что ж, посмотрим. Окей. 600 метров. Монастырь это туда. Ой, сколько рыбы плещется. Что известно об этой женщине? Мало что. Вроде искательница приключений. Тен назвал ее еретичкой. Тем лучше для нас. Она хотя бы точно знает, чего хочет. Завидный оптимизм, брат. Оптимист, блин. Она хотя бы знает, чего хочет. Так, Фулки спасти аббатство святого можно совершить набег. Мы можем призывать и совершить набег. Так это одно другому не мешает. Мы можем совершить набег и спасти ее за одну. Разве нет? Так. Мы рядом. Не стоит бежать, наверное, да? По всей дури. Осмотрись, Сюнина. Сколько добра-то, сколько добра-то. Она вот тут, да? Блин. Подозрения. Ну да, мы такие подозрительные чапуганы. Согласна. Типчики. Где эта женщина? Там будет крипта или темница. Полагаю, при главном храме. Ой. Так, по-тихому не получилось. Нет, не в этот раз! Остановись! Стойка. А если мы спрячемся, они нас потеряют? Или эти ввязались в бой уже все? А, ну все. Ладно. Я договорились. А как совершить набег? Там же надо было призвать всех. Бегать, у тебя меч, блин. Мне тоже может быть потом поменять оружие.
У меня замах долгий, но у меня хорошая сила удара. Урончик такой. Ну, без меня все убили. Че ты в уголочке загаситься решил? Давайте, парни, рубите друг друга. Так ты сегодня. Куда ты? Что там происходит? Весело какое-то. Ой, подожди, сзади кто-то. А, о! Есть кто-то поближе. Все вместе! Блин, ты задрал. Я иду к тебе. О. Мы решили выкосить, короче, всех. Всех, кто есть. Мы победим! Ага, мы победим. Ага! Опа. Интересно. Так. Кстати говоря, она же вот тут, да? Наверное, не доступна. Ага, я, кажется, нашла интересное местечко. Как к ней попасть? Только не сбейте меня, бесите. Не сбивайте меня. Вот зайди. Бей! Он не может ударить, что ли? Ну разбей ты эту фигню. Да, ясно, понятно. Так. О, да-да-да-да-да-да, спасибо, пацаны. Ну как, блин, Эйвор, я тебя сейчас стукну. Я его сейчас реально стукну. Спасибо. Заходи. О! Он сам не мог стукнуть. Ладно, там эти разберутся, да, эти? Я пока ее буду спасать. Письмо полное тревоги. Ла-ла-ла. Я внутри. 100 пудов мы не могли попасть внутрь. Кроме как вот тут. 100%. О-о-о, какая здоровая чучела. Здрасте. Да будет! Обходим! Тесним врага! На еще разок! Кто теснит врага? Ну че? Чиха! Спокойно! На! 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 Бегите, глупцы! Все за мной! Ты дурак! Вы предводитель умертв! Да вы со своими рунами задерете меня. Заколебете, точнее. Ай-яй-яй, лечимся. Хилимся, живем. Чих-чих-чиха. Так, куда ты пошел? Что ты делаешь? Опять фотки. Знаменилость божья. Да. С вами руны, читеры. Глупец. Стопни! Я отвлеку врага. Это ты кому сейчас сказал? Ты один. Тупая банда. Ой, я тут. Так все. Бойцы, держимся вместе. Давай, давай. Ура! Готово. Добыча. Моё. Ключ от крипты где? Ключ от крипты. А, я взяла ключ от крипты. Отлично. Я, кстати, не могу вот это разрушить. Жалоба преподобный отец, бла-бла-бла. Блин, а там столько добра. У меня нет таких стрел, по-моему, да? Так, у меня что есть? Ноль. Так, это что? Надо вообще посмотреть, что за стрелы. Ну-ка.
Ага. Молодец. Так, ладно. Со стрелами разберемся. Тут у нас что? Это просто вход. Ну, я так и знала, что я не смогла бы зайти через центральный. Никогда не можем зайти, я же. Может, ее увели? Она точно здесь говорит. Обращение так. О! Ха-ха! Вход открыл, и они забежали. Ага. Как насчет спуститься? Конечно. Сюда. Ага. Что ты видишь? Что ты видишь? Я вижу, что надо взять факел. И возможность сделать быстрое сохранение. Мало ли, нас там всех положат. Меня сейчас тут чуть не грохнуло. Это нельзя разбить? Что это? Нет. Так, да, и у меня два хила. Так, святой Иуда, благодарю тебя, возлюбленный Иисус, за то, что дал мудрость узреть ложь Элдебаофа сквозь облако Софии и раскрыть первую тайну, суть последней тайну и Ключик надо взять. Кто посмел войти в это святилище? В пещеру, пропахшую мочой и слезами? Как ты смеешь? Нам нужна Фулки. Она больше не будет вас истязать. Это безумное? Самозарожденный дух прислал ангела, чтобы забрать меня. Открывай дверь. Ее должны наказать за ересь, но не даны, не магометане, а истинные христиане. Подумай, что делаешь. Монах, наши руки в крови ваших стражников. Неужели твоему богу так нужны мученики, что ты готов к ним присоединиться? Разумный вопрос. Я должен помолиться. Так-то. Господь велит мне привечать всех. Что ж, вот ключ. Возьми. И уходите оба, ты и твой странный друг. Эй, ты! Что, где? Кто? Кто сказал идти? А вы куда, пацаны? Ну, отдайте нам эту... не от мира сего, и мы пойдем. Убивать никого не будем. Хвала тебе, хранитель сокровищницы света, за шанс на спасение. Тебя прислали ангелы Сокласа? Или самозарожденный? У меня нет ответа. Это тебя зовут Фулки? В этом мире я Фулки. Скромная искательница истинной сути самозарожденного. И ты собираешь артефакты? Собираю орудия детей Сокласа глупца. И у меня много диковинок. А есть ли среди них гладкий камень с необычными знаками? Как любопытно. Рясы и капюшон скрывают смуглую кожу, а этот дьявольский клинок... Нам нельзя медлить, скоро здесь будут воины. За монастырем есть стойло, там мы сможем спокойно поговорить. Веди нас. Идем. Веди нас. Фига ты припустила. Вот мне так и не сказали, на кое она. Как долго ты была здесь? Недели три. Может, месяц. Из-за твоей ереси? Да, именно. За свою жизнь мне удалось собрать множество ценнейших, созданных рукой ложного бога Демиурга, которому поклоняются эти дурни в рясах. Я находила эти реликвии по всей Германии и в земле франков. И в Англии тоже. Леди Идвин считает их святотатственными, но ее ум затуманен. Этим предметом можно ли взглянуть на них? Если хочешь знать правду о своем происхождении, ты узнаешь ее сегодня. Да, хочу. Я последую за тобой. Давай, побежали. Мне просто хотелось, чтобы они договорили, а то сейчас добежим, и опять разговор прервется. Хватит с меня тайн, Сигурд.
Фулки хранит предметы огромной ценности. Один из них может раскрыть мою сущность. Твою сущность? Ты говорил это для дела, для победы над Идвин. Знать, что ты потомок древних богов, уже победа. Я получил бы власть над этими землями. Потомок богов? Брат, во имя Глаза Одина, что ты несешь? Фулки, говорят, у тебя есть камень со странными символами и изображением древа. Это правда. Он зовется Камнем Сак. В эти земли его привез Дан по имени Рагнар Ладброк. Он при тебе? Это жемчужина моего собрания реликвий. Ну ладно, мы союз хотим же. Ты продашь этот камень, чтобы заключить союз? Нанять воинов? Или ты просто хочешь потешить свое самолюбие? Пожалуй, подожду, пока вы трое придете к согласию. Ждать ни к чему. Мы хотели бы взглянуть на камень и прочесть руны на нем. Никому не под силу их прочесть. Язык неизвестен и, вероятно, давно забыт. В таком случае ты ничего не теряешь. Это верно. Спасибо тебе, о самозарожденный, что прислал этих троих мне на выручку. Шепот богов тут ни при чем, Фулке. Я пришел сам. Ты пришла по моему зову, Эйвор. Я говорю от их имени. Брат, у меня уже голова пошла кругом. А меня, между тем, ты все больше и больше интригуешь. Камень Сак спрятан. Его оберегает мой помощник. Отправимся прямо сейчас. Ну, давай, но я надеюсь, не надо будет убивать твоего помощника. Чем быстрее покончим с этим, тем лучше. Идем. Отнесись к камню без предубеждений, Эйвор. Он может заинтересовать тебя больше, чем ты думаешь. Да? Че, на конях? Сюда, Эйвор. Где ты? Ну, иду. Что? Коня-то дайте вызвать. Будешь еще что-нибудь рассказывать интересное? Молчком поедем? Я просто чем вообще тебя вот так очаровал этот камень, ага. Фулке? Только паузу нажмешь. Принадлежал древнему народу, поколению младших богов. Как и прочие вещи, что я собираю для своей церкви. В заточении ты молилась Иисусу Христу. Ты не принадлежишь к римской церкви, как саксы? Саксы верят в Христа Спасителя. Но я знаю его истинную цель. Он учитель, хранитель тайных знаний. Поэтому Идвин тебя ненавидит. За твои взгляды? Да. Христиане вроде нее и Альфреда верят, что Христос сошел на землю, чтобы смыть наши грехи. Римская церковь поверила лжи Сокласа или Элдобаофа Демиурга с множеством имен. Малого бога. Согласы, подобные ему, были мудры, но забыли истинного бога, самозарожденного, хранителя сокровищницы света. Вот поэтому Идвин и приказала меня схватить. То, что она называет ересью, есть истинный порядок вещей. Это странная сага, Фулке. Да, и до конца еще далеко. Быстрее поедем. Я вообще мало что поняла из ее речи. Смотрите в оба. Лучше приготовьтесь. Местные явно не рады нас видеть. Это глаза и уши. Драться? А-а-а. Идвин опять. Блин, ну а я вот хилку-то поправила, не собрала. Ладно. Надо будет пересмотреть оружие. После этого. Глянем, что там у нас есть. Почти на месте. Нам туда. Но что там за башня? Мой помощник узнал, что башня заброшена. И укрылся там, когда епископ изгнал его из-за той же истины, что стоило мне свободы. Бывший священник? Вовсе не бывший. Епископы Англии малодушны. Они сбились с пути и не могут осознать нашу истину. Понятно, она вся такая религиозная, что куда бежать. Но раз она с нами, значит все нормально. Нас не тронут тут, я надеюсь. Ну что? Что такое?
Помощник ушел и спер камень. А, найти надо? Найти. Так, подожди. Отцепись. Брат Пол, где ты? Здесь все перевернули. Басим, постой снаружи. Это дело рук, Митрий. Я уверена. Камень где-то здесь? О! Это Пол, твой помощник? Мой дорогой друг. Достанешь ты един с истинным Богом, сокровищница света. Твой друг поплатился за свою верность. Я думаю, он защищал камень. Это люди Идвин. Они убили брата Пола и забрали мой камень. Ты! Все время сомневался, вечно мне перечил. Ты задержал нас, и я упустил свой шанс. Да почему Басим-то? Давай мы достанем камень, ты не ори на меня. Терпение, брат. Мы найдем камень, где бы он ни был. К добру или к худу, ты получишь свой ответ. Я уже знаю ответ, Эйвор. Он был в моих видениях. Я уверен. Тише, вы оба. Слышите? Войны. Это Идвин. Ох, блин. Они что, не ушли? Или вернулись? Все же забрали, что им опять надо, воинам этим Идвин. Как посмели вы, Даны, поганить мои земли? Нет, Эйвор, сперва поговорим. Леди Идвин, из этой башни взяли камень. На нем были руны и некое дерево. Ты знаешь о нем? Да. Одна из этих еретических побрякушек. Вы что, пришли за ней? Мы предлагаем обмен. Камень на мирный договор. Что ты говоришь? Мы дали Гедрику слово. Верни камень! И мы уйдем из этих земель и не вернемся. Ладно, но вы принесете мне... голову Гедрика. Ну нет, камень хоча. Почти у нас в руках. Мы должны сдержать слово, брат. Ну, вы согласны? Мне кажется, он не послушает Эйвора. Мы согласны. Угу. И я. Я против. Эйвор! О, блин. Нет! Убейте всех! Всех до одного! Ну, теперь Сигурд ему не простит этого. Блин, у нас с другой стороны. Ну да. Идвин бежит. У нас был шанс. Ты за все ответишь, Эйвор. Оп. Какая длинная штука у него. Обойдем врага. Сначала мелких, да, стрелков и вот этих всяких. Всем слушать меня! Прикончим! Да, блин. Ну их там трое. Умри! Пойди разберу, да, пока добычу собираю. Господь нам поможет! О, поди, братья! Хребет сломаю! Так. Блин, мощные остались. Так, наверху тоже замес, да? Да. Народ! Подстава! Блин. Да не на это! Ну ладно, воитель, тоже норм. Нужно копье! Вместе мы справимся, друзья. Ай! Со спины-то зачем, пацаны? Это не по-спортивному. Так. Ага. Оп. Оп.
Укук мы в двоечку размотали. Сама только со спины напала. Ну а что делать? Выживаем как можем. Ты можешь на него напасть? Спасибо. Пришел твой час. Блин, короче, это мордобитие такое себе. Лучше не применять его. Этот минус. Готово. Так, наверх будет сходить. Что, всех положили тут? Все зута. А, нет, нифига, ну еще. Так, парни, что-то вы мне не нравитесь. Я держу тебя в спину! Че ты там заряжаешь, блин? Упырюга. Чтоб тебя! Ай-яй-яй! Плохо. Че ты? Ты куда? Ты чего? Иди за арбулетчиком. А тот сверху все, что ли? Смотри. Ну что, справились. Больнул он арбалетчика, который хотел убежать. Ну, блин, сейчас будет разборка Сигурда с Эйвором. Мы испортили. Эйвор, да. О чем ты думал? У нас была возможность вернуть камень, не проливая кровь. У нас договор же с Гедриком, парни. Я не предам Гедрика. Это не тебе решать. Мое слово принадлежит мне, и оно крепче железа. Клятва Ярлу важнее. Сигурд не только твой брат, но и твой Ярл. Вдохнуть. Ладно, Басим. Мы еще поговорим об этом. Мы можем сдержать клятву и вернуть камень вместе. Идвин укрылась в замке. Нужен камень? Он ждет тебя там. Жалкой армии Гедрика этот замок не взять. Можно было бы вернуть камень, а потом начать осаду. Таков был наш замысел, Эйвор. Я не собирался предавать Гедрика. А почему ты не Таков сказал? Таков был замысел? Но ты заставил меня гадать, в чем цель твоих безумных поступков. Я не могу доверить тебе все. Тебя одолевают страсти. Я это знаю. И мой отец знал. И твой отец знал. Да хватит, не надо их бить. Можешь сидеть и стенать, брат. Мне нужно сдержать слово. Я это сделаю. Ты себя переоцениваешь, Эйвор. Мудрость Одина тебе недоступна. Идем, Басим. Поругались. Ваши с братом ссоры — то еще зрелище. Вы всегда так горячитесь в спорах? Всю жизнь мы были близки, как родные братья. Всегда знали мысли друг друга. До сегодня. Время насмехается над всеми. Ты славно сражалась, Фулке. Хочешь пойти в бой со мной? Чтобы отнять у Идвин власть над Широм? Еще бы. Гедрик поручил мне лишить ее припасов. Ты случайно не знаешь, где именно она их берет? В Итонберне. К востоку от Оксенфорда. И к югу от Руинвли. Охотно продают ее людям все, что нужно. Жди там, я скоро буду. Угу. То есть мы пойдем... Сигурд, брат. Ты во власти бури, которую устроил сам. Он, видишь, не хочет тебя слушать. Оборона Идвин уже не так крепка. Они... Можно сделать ее еще слабее. Одни хочу сказать, что пойдем, видимо, с ней бороться. Потому что пацаны свалили, поругались. Пламенная ловушка. Тот где-то вот тут слезал, я думаю, что с него тоже еще можно что-нибудь собрать. Да? Ты же тут где-то убил его. И он. А где? Куда ты его положил? Или он убег? Ну и ладно, с нашей добычей вместе. Так, здесь больше ни у кого ничего не осталось. Чисто.
Ладненько. Угу. Бочки — это что такое, сокровище, да? Это мало-помалу. Вот это мало-помалу. Вот видите, я хотела так ходить искать, а оказалось, что мы нашли, ну, такую маленечко полоумную. Но тем не менее. Отслеживать, давай-ка. Тем не менее, она нам подсказала кое-что интересное. Так, я конь мой. Поехали. КПшек вроде у меня полно, да? Блин, так неудобно ехать прямо на солнце. Подожди-ка, я не в том направлении еду. 1700. Вот туда. Поехала. В какую сторону? Да-да-да. Чё тебе интересно? Ну, вот будет, конечно, прикольно, если мы разберемся, притащим камень брату. Что он на это скажет? В одиночку, конечно, это будет тяжело сделать. Но выбора у нас теперь нет. Вот если бы он ему рассказал о своих планах, я не знаю, может быть, я его не стал бы вмешиваться. А так непонятно, что он хочет. Как будто бы хотел предать, да, и так все выглядело. А что, мы его проехали? Угу. Прям по курсу. Опачки. Пойдем посмотрим. Осмотрись вокруг. Да вот, вот тут, возле деревьев. Пойдем потихоньку. Что там? Оп. С хпшечкой все хорошо, замечательно. Оп-оп-оп. Оп-оп. Вот на этого можно напасть? А, тут поговорить надо. Люди, Идвин, они идут! И? Эй, ты, в чем дело? Они идут! Быстрей! Или нас всех перебьют! Куда быстрей-то? Я тут. Мы справимся. Одни они? Сам Бог со мной. Ого-ого! Ого-ого! Оп! Ой! Топтать хочу. Я молча убиваю. Они там что-то... Ты будешь страдать, ты будешь вонять, короче. Че ты крадешься? Слушай меня! Недолго тебе! Понабрали рун, да? Что там? Добыча? Какие дерзкие, а? Так, кому помочь? Я, конечно, не Иисус, но стараюсь. Лучники поганцы. Все вместе! Сдохни! Ну все? Ты спас наши шкуры. Огромное тебе спасибо. Но это не моя цель, да? Или что? Подождите. Мы ослабили или нет? Это считается? Ну да. Угу. Что, провизия норм? Максимум. Ладненько. Я мой конь. Я правда думала, что нам придется какие-то повозки сжечь, а тут надо было просто убить несколько человек. Делов-то. Так. Ну тут какой-то.
какое-то мирное население делами занимается. Хорошо, что у меня конечно плавать научилась. Это прям беда. Ну нет, уничтожьте повозки с припасами. Так ведь прямо и написано. Но там не было никаких припасов. Повозок. А, нам тут не забраться. Ладно. Ага. Покажи мне. Прям по куче. Ага. Вот же повозка с припасами. А тут с кем-то... Здесь полно стражников. Нет! Вы меня не видели. Гасимся. Аля, так не спрятаться. Идет. Да потеряли же вы меня, чего вы гоните? Пришел. Ладно. Ты уверен? Добыча. Вы столько добычи стали собирать, прям красота. Веселье началось. Ура! Не сдаюсь. Опа! Ну какой-то резвый, да? Подожди, видишь, я разговариваю, вмешиваешься. Кто там стреляет, а? Урод. Ой, это ты что кастуешь? Ты тупой, что ли? Ты похилился? Ах ты говнюк. Ах ты говнюк. Ха-ха-ха, ты что делаешь? Хилиться у меня вздумал. Шаман. Демон. Так, стрелы. Мне понадобится стрелы. Это у меня запас, говорю, да? Так, а можно, кстати говоря, похилиться? Вот тут у меня есть. Во. Ну, подходим. Тоже не стесняйся. Во имя Христа! Кушай, а? Почти пятиться ты достал. Вперед! Возьмем языческую тварь! Да вы козлы какие, а? Ты куда меня отвел? Так, ты последняя, надеюсь, да? Музыка такая забавная. Так это ты от меня удираешь, блин. Иди сюда! Ты злище. Ну-ка, иди-ка сюда. Иди-ка. Сранец. Так. Ну все. Еще, блин, из-под тишка кидают и убегают. Норма. Да кто там опять? Идите нафиг. Я повозки сожгу, да отвалю оттуда. Сколько их всего? Что видишь? Сюнин. Ну-ка. Блин, что-то я не то делаю. Не, можно, конечно, горящий. А, все загорелось. Горящими стрелами можно. Я не помню, как их включать. Ну, мы вот так будем. Горит же. Так. Не горит? Плохо. Вот отсюда. Да, молодец. Чё не так? Конечно. Тут всё нормально. Можно как-то это бросить теперь. А он же как-то бросается, да? Можно же как-то это бросить. О, сгорелось. Ну, балда. Вплотную подошла.
Так, погоди-ка. Еще одна, наверное, есть. Стань моими глазами, Сюнин. Ну, а что тогда они хотят от меня? Вот это? Подожди. Добыча. Добыча. А, проклятие! Да что такое? Кто? Где? Почему? Что ты горишь-то? Где он успел загореться? От чего? Какой дурдом. Непонятно. Давай бросим. Гори нафиг. Не горит. Так, может вот эту надо сжечь? Оно у вас не горит нафига. Оно ж просто повозка. Я не могу. Что надо-то от меня? О, надо собрать из этого. А вон еще, кстати, повозки. Вот это же можно, да, сжечь? Турбасу можно. Хотя это фигня какая-то. Горит. Нет. Такс, друг мой любезный. Не до конца выполнено задание. Что-то еще им надо от меня. Может, я кого не убила? Подожди, что-то брякнуло. Бежал кто-то от меня или что? Ах, это ж какая скотина. Стоит. Ну, здравствуй. Ты умрёшь! Любезный друг! А ещё кто-то стреляет, блин. Вон они. Уроды. Не горит меня. Вот кастовщики, а. Чё там? Ага. О, нет! Нет! Да. Так, ещё кто-то. Ага. Вижу. Вижу цель, не вижу препятствий. Давай. Бегай! Начинай бояться. Слушай, а? Ой, еще двое тут. Сейчас ты умрешь. Да ну. Серьезно? Держись от меня подальше! Да перестань! Провались ты! От меня не улизнуть! Кто как бы хотел бы улизнуть? Я наоборот за вами бегаю. Еще кто-то. Сколько вас расплодилось, а, ребята? Ну, серьезно. Ну вот где кто? Я что, должна бегать тут по всему лесу вас искать? Твою налево. Ну вот где они? А, вон стоит. Слушайте, ну что такое дурацкое задание-то? Они разбрелись тут на полкарты, я должна ходить их искать. Ну уж нет! Да. Все равно не то. Еще кто-то. Угу. Мне кажется, это какая-то лажа. Может, сюда просто вообще соседи? Длительная тут стража. Ну? О, ты. А мне зачем сюда-то? Мне прям надо сюда? Здесь есть... Мне нужна что... твоя помощь, Сюнин. Надо что-то сжечь? Я не знаю. А, чих-чих-чиха. Вернись, получился! Идите нафиг. Ау!
нам, что ли? Сзади идет, сзади. Допинывает. Эйвар. Зачем вы так со мной? Женщина, что ли, да? Так. Чего с весельем? Что там? Инги. Инги. Как это просто, как вот сказать, здесь же нет ни запасов никаких, ничего. Записка. Ой, здрасте. Да не надо. 10 очков опыта. Так, кто где? Где кто? Да где ты? Стрелок. Ой, однако. Только где вы? Я так просто не сдамся! Так. Угу, то у них тут связь. Ну и что нам это дает? Вообще ничего. И сколько мне тут бродить? Я же все сделала. Ну, как бы, видимо, не все. Все да не все. Ну, тут еще что-то желтенькое. Тогда я не знать. Кто-то где-то все-таки остался. Угу. Ну, давай залезем повыше. Осмотримся. Я не вижу зайцы, какие-то белки, а больше ничего такого. Слушай, я не знаю. Покажи, что там впереди. Вот тут что-то есть. Он тоже ничего не видит, понимаешь? Что-то у них тут лежит где-то. Где? Вот тут. Тут добыча, это стрелы. Мне не надо. Адреналин полный. Сюнин, разведай местность. Что там? А, ну это мы уже посмотрели. Записка. Куда? Нет. Надо. Зацепился, полез. Они волка убили. Драпанул такой от меня. Так, ну а чё? Ой, лечимся. Где она? Да блин. Да попади это в неё. Так. Ну, я не знать. Куда бежать? Что делать? Не хватает, видите, прям совсем чуть-чуть. Область поиска. Что? Покажи мне все. Говорит, область поиска, подожди. Где? Реально сюда? Вот это? Да? Я правильно жду, да? Ну, да. Что ты видишь, Сюнин? А что там? Нет.
Сюнин видит, что нам туда. Якобы. Я не знаю. Ну, пойдем. Мне хочется доделать вот это задание. А что тут у нас? Ну, ладно. Пойдем. Вроде как чисто, там нет никого. Но это так кажется. Ну-ка, подожди. Быстро сохранение сделаем. Все-таки пожарно. А что тут? Ну, руины. Сюнин, разведай местность. Ага, народ есть. Ладно. Подумаешь. Ну-ка. Боже, мы в беде! Берегитесь! Господи, святые небеса! С кем поговорить? Гедрик просил меня помогать вам, чем смогу. На нас напали воины Идвин. Мы будем благодарны за любую помощь. За грехи. А, просто бомбит. Сейчас, пацаны, может, я ухо. Да-да-да-да, может, я не смогу. Умри! Ты заплатишь! Умри! Не теряем время! Делай, как я! Да блин! Умри! Беру на себя! Да вы заколебете! Он отходит постоянно! Вот так вот тебе! Огонь не выстоит! Может быть, вот это последнее, как вы их уводите? Задание будет выполнено. Ну, надеюсь. Добычка, добычка. Ну, даже если нет, но мы тут добычу насобирали. Тупой. Покасики. Подожди, у меня тут добыча лежит. Встань уже, пожалуйста. Оборона Идвин ослаблена. Осталось напасть на ее воинов. Мой последний шаг перед битвой. Отличненько. Умничка ты мой. Мало-помалу выполнено. А что тут у вас есть? Можно пройти? Видимо, заперто с той стороны. Начинается. Что ты видишь? Зайти. А мы сюда лазили же уже. Ай, да, не надо, не надо, не надо. Мы тут были. Так. Пацаки. Вот же колодец, куда я лазил. Эти раны оставлены оружием саксов. Теперь я знаю, где искать убийцу. А мы должны? Дай-ка посмотрим с тобой на задание. Чё тут у нас ждёт помощи? Найдите, убейте преступников. Ага, поговорите с ней. Слушайте, а это где? Нам на карте покажут? Может, это рядом? А, так это вот тут вот добежать. Ну, ладненько, побежим это в следующий раз делать. Спасибо вам большое, ребята, за просмотр. Надеюсь, вам понравилась эта серия. И встретимся мы с вами в следующий раз. Пока-пока.